Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. В этом видео мы соберем кубик Рубика мельница. Вот такой кубик Рубика. Значит, давайте сразу я взял обычный кубик, чтобы вы поняли, в чем отличие. Ну, в принципе, отличий никаких нет. Он собирается точно так же, как обычный наш кубик. В общем, начнем. В первую очередь вы должны понять, что у нас, как и на этом кубике, есть угловой элемент, он вот такой продолговатой формы, и есть боковой элемент, он маленький, ну то есть по аналогии вот это боковой элемент, вот он идет, а вот это угловой элемент, вот он идет. И, соответственно, здесь боковой и два угла. И бок. Ну, центральный элемент. Центральные цвета. Цвета раскладываются точно так же, как и на обычном. В общем, давайте будем вот делать. Для начала мы его поломаем. Сборку, как обычно, начинаем с того, что собираем белый крест на желтой стороне. Вот центральный элемент желтого цвета. И подставляем, собираем здесь белый крест. Боковые элементы отличаются от угловых. Они вот такие маленькие у нас. Угловые вот такие, как уголочек сделаны. Треугольничек. После того, как мы собрали белый крест на желтой стороне, начинаем выводить его на белую сторону. Но перед этим совмещаем с нашей стороной. Итак, вариант может быть такой, что геометрия не соответствует. Мы должны его поставить на место. Верхнюю сторону, белую уже нашу, мы отводим, чтобы она не разрушилась. А здесь поворачиваем столько, сколько нам будет нужно. Вот такое у нас получается, собирается так сторона. То же самое. Так. Отводим. Отводим. Вот нам нужно его развернуть. Отводим, чтобы не попал уже установленный элемент. Два наших. Две наши стороны уже стоят. Продолжаем. Голубенький он у нас станет уже по умолчанию. Все тут нормально. И последний, оранжевый, тоже станет обыкновенно. Все, теперь мы должны собрать полностью нижний ряд. Для этого будем использовать алгоритм, который мы знаем еще со времен обычного кубика. Мы будем вот этот зеленый угол ставить на место. Сейчас будут углы идти, цвет угла и белый. Делаем алгоритм. Поднимаем вверх, поворачиваем по часовой, опускаем вниз. Убираем. Наш элемент стал сразу. Вот оранжевый будем ставить сейчас. Опять же, ставим над тем местом, куда мы его будем ставить. Вот сюда будем ставить его. Вот он, наш оранжевый с белым. Делаем алгоритм до тех пор, пока он у нас, наш уголок не станет на место. Ну, вот он стал. И теперь мы его ставим. Есть. Голубенький, то же самое. Вот наш угол. И начинаем его обычным алгоритмом нашим занять на место. Вот отлично все становится у нас. И, наконец, последний. Если нам надо выбить, то же самое делаем алгоритм до тех пор, пока он не выйдет куда нам надо, чтобы его можно было поменять. Все просто. Не забывайте, вот это у нас угловой элемент, это угол, а вот сторона меньше, чем угол. Вот это вот сразу как-то не очень
Но пока до этого запомните, будет все отлично. Итак, теперь нам нужно собрать второй ряд. Во второй ряд элементы могут стоять угловые, либо вот как сейчас, вот этот розовый, он стоит, это, так скажем, стоячий элемент. Либо элемент может быть вот такой, лежачий. Выбрали вот лежачий элемент, вот стоячий. Смотрим, как становится стоячий элемент. Ставим его над той стороной, где мы будем его ставить по цвету. Отводим в сторону на полоборота. И делаем алгоритм правой рукой. Поехали. Сделали. Поворачиваем кубик в левую руку. И делаем алгоритм левой рукой. И вот наш цвет стал на место. Смотрим дальше. Итак, у нас неправильно установлено. Ну, надо выбить отсюда. Опять же, выбиваем алгоритмом обычно. Делаем это несколько раз. Мы отводим сейчас наш нужный нам элемент. И продолжаем до тех пор, пока не встанет наш голубенький на место. Вот он и стал на место. При этом мы выбили зелененький. Опять же, стоячий у нас будет. Отводим влево. И делаем правый ритм. Переворачиваем и делаем левый ритм. И последний. Ну, как раз последний у нас лежачий. Для того, чтобы его поставить, отводим его в противоположную сторону на 180 градусов. Вот он у нас стоял вот здесь. Мы его перевели сюда. Теперь берем, поворачиваем в левую сторону кубик. Это у нас будет левый алгоритм. Делаем. Сделали. И поворачиваем теперь в правую сторону кубик, ну направо, на ту руку, которую они делали. В принципе, вот обычно все, два ряда у нас собраны. Начинаем собирать желтую сторону. Обратите внимание, сразу, как и в обычном кубике, собираем часики. Часики у нас уже собраны, собираем прямую. То же самое, отводим фронт, делаем алгоритм правой рукой два раза. После первого раза у нас получилась прямая. Продолжаем делать еще раз алгоритм. И у нас получится крест. Возвращаем фронт. И видите, у нас получился крест. Ищем стороны, правильные стороны. Одна правильная, вторая правильная. По диагонали у нас получились правильные стороны. Ставим таким образом, чтобы в левую руку было ближе к нам. Одна из правильных сторон. Делаем три алгоритма правой, переворот и три алгоритма левой. Есть. Сделали правый, переворот кубика. Делаем три раза левый. И наши правильные углы должны стать параллельно. Ну вот с одной стороны теперь. Давайте посмотрим. Правильный, неправильный. Неправильный. Давайте еще раз посмотрим. Неправильный. Так, что у нас получается? Желтый, желтый. Вот, зеленый угол правильный. И оранжевый правильный. Все, мы их берем в левую руку. И продолжаем вот эта сторона у нас, вот вокруг которой мы будем делать алгоритм. Поехали. Три раза правой рукой. Три раза есть. Переворачиваем кубик. И делаем то же самое. Ну, три раза алгоритм левой рукой. Ну, теперь у нас наши углы должны стать так, как нам нужно. Правильный угол. Правильный угол. Правильный и правильный. Сейчас все углы правильные. Нам нужно теперь собрать желтую сторону. Переворачиваем кубик вверх ногами и начинаем, опять же, делая алгоритм, загонять углы. Поехали. До тех пор, пока нужный нам цвет не станет на место. Так, первый мы уже
Есть первый. Проворачиваем вниз и продолжаем. До тех пор, пока угол не станет. Вот угол стал. Есть. Проворачиваем на следующую сторону. И опять ставим угол. Тут главное не сбиться и не поменять переднюю сторону. Иначе все пойдет. Придется переделывать. Есть. И вот последний наш угол. Мы его сейчас делаем. По идее, все у нас должно сложиться. Да, отлично. Вот наш. Все наши углы, стороны стали ровненько, как мы и хотели. Ситуация такая же, как на обычном кубике. Одна сторона есть, белая есть, белую вниз опять возвращаем, и желтая есть. Теперь будем собирать, как обычный белый кубик, один правый алгоритм, один левый, пять правых, пять левых. При этом у нас после первого же, ну, если бы у нас все стороны не сходились, верхний ряд, нам бы пришлось сделать один раз этот алгоритм, чтобы получить три правильных стороны. И один или два, в зависимости от того, как стоят вот эти кубики. Вот здесь сторона зеленая и эта зеленая. Поэтому он сейчас переедет сюда, и у нас с первого же раза кубик будет собран. Ну, делаем один правый, один левый. Поехали. Пять штук. Раз, два, три. 4, 5. 5 есть. Теперь 5 левых. 1. 2. 3. 4. Наконец 5. И вы видите, наш кубик, наша мельница полностью собралась. Последний алгоритм, возможно, придется делать три раза. Тут у нас получился самый, так скажем, быстрый вариант. Ну вот, впрочем, все. По сборке данного кубика ничем не отличается от обычного, поэтому его сборка не составит никакого труда. Если вы вдруг не знаете, как собирать обычный кубик, посмотрите предыдущее видео, на нем все это очень хорошо видно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии.